Друзья, всем доброй-доброй ночи, всем привет! Здравствуйте, я вас приветствую на мероприятии, которое называется Glamfest Jam. Здесь в клубе Алексея Козлова, мы всех вас очень-очень рады видеть. Я вас поздравляю с наступившим уже наконец-таки Новым годом, друзья. Ура! Да? Наконец-то это свершилось. Я вас хочу поздравить с наступающим Рождеством. Вот, пожелать вам всего самого хорошего в этом году. Вот, и мы начнем этот наш сегодняшний, кстати, второй джем в этом году, потому что первый был у нас 1 января, как интересное удивление. Вот, и начнем мы с инструментальной композиции, называется она Four Brothers. И, друзья мои, желаю вам хорошего времяпрепровождения. Наслаждайтесь, радуйтесь, слушайте музыку, общайтесь, выбивайтесь, закусывайте. В общем, делайте все, что вы желаете уместно в данной ситуации. Мы начнем. Хорошего всем настроения, друзья. Glamfest Jam сегодня здесь, в клубе Алексея Козлова. Ура, поехали!
такая получилась у нас прекрасная сегодня позиция. Итак, следующим номером нашей программы будет вокальная композиция. Называется она No Roots. Может быть, кто-нибудь знает такую песню? Кто-нибудь знает? Никто не знает. Ну, я думаю, что вы, наверное, знаете просто, не помните. Итак, я хочу пригласить на сцену прекрасную девушку Полину Иванченко, которая сейчас изобразит для вас эту молодежную, современную танцевальную композицию. И я бы хотел пригласить на сцену Реньера, наш сегодняшний гость прекрасный. Давайте его поаплодируем. Алексей Козловский играл на барабанах для вас. Предыдущую композицию, отдельное спасибо. Майкл играл на басу. Сейчас у нас в руки берет бас парта. И мы... Что у нас случилось, ребят? Все сломалось. В общем, пока все сломалось. Друзья, еще раз всем добрый вечер, кто вновь прибыл. Вы попали на мероприятие, которое называется Glavmos Jam. Каждую пятницу мы здесь, в клубе Алексея Козлова, собираемся, играем музыку, радуемся, веселимся. В общем, хорошо проводим время. Если вам очень сильно все нравится, приходите, мы вас ждем каждую пятницу. Всегда очень вам рады. Итак, в общем, композиция No Roots. И готовы ли мы? Друзья? Хорошо, мы вроде готовы. Готовы ли вы, дорогие гости? Послушаем музычку. Поехали. I'm hiding pleasure inside of me.
сегодня здесь на главном площади. Итак, друзья мои, для совершения следующей композиции я бы хотел пригласить на сцену девушку, которую зовут Анна Буричева. Анна, пойдем. И композиция, которая сейчас прозвучит, называется «Нокин», друзья. Легиси такая есть, певица, американская. Вот, и сейчас вот Анна у нас, в общем, исполнит тоже эту прекрасную композицию, которая называется «Нокин». Друзья, хорошо ли у вас все, настроение ли у вас прекрасное, дорогие мои гости? Все здорово. Ну, суперски, отлично. Итак, композиция «Нокин», Анна Буричева и Пыш. Поехали. Thank you.
ночи перели куих пород монастырь. Это всегда на первой полосе, это посев. Все малости самые бедные полосы. Рейка, ибо волны дыхают, шары карают. Только так, вот только монастырь. Это пытается, под пыта опускается море. Словит с ума, воли крутят, да. Время куда-то бежит, ибо машин, бежит, нам все бежит. Прикачи, а лапу наша ши. Это придет и жил, живи, миражи. И мы лишь пожили, но хочу наши души не пропасть. Время жить, время любить, время дышать и пить. Время отдать, не брать, брать, время уходить. Наше время как огромное море. И твое время тоже такое. Все, композиция знаком. Снова быстро. Спасибо. Итак, друзья, продолжаем наше прекрасное погружение в музыкальный мир. И следующая композиция, которая прозвучит, будет инструментального характера. И называется она Assimilator, друзья. Assimilator, группа Boston Horns. Такие есть ребята. Я приглашаю нашего местного характера Horns на сцену. Александр Абрамов, что же вы там грустите, выходите скорее и играйте с нами. Итак, еще раз всем доброй ночи, друзья. Вы попали на мероприятие Главмус Джем, клуб Алексея Козлова. Всем здравствуйте, всех с наступившим 2018 годом. Всем, в общем, здоровья в первую очередь, естественно, любви, радости, приключений побольше в жизни, положительных эмоций и, в общем, всего-всего самого наилучшего. И мы продолжим композиция Assimilator, группа Boston Horns, наш вариант. Поехали! Thank you.
Спасибо огромное. Валерий Степанов играл на клавишных инструментах сегодня у нас. Александр Абрамов, тенор-саксофон. Илья Чумаченко, саксофон. Иван Акадов, труба. Алексей Орлов, виолончель. Такая вот у нас сегодня в таком формате. Итак, Сергей Коньков играл на гитаре. Алексей Козловский играл на барабанах. Илья Волков играл на басу, друзья, давайте мы отдельно. Еще у нас здесь есть супер-гость диджей Чел, который играет на виниле и всякие скретчи-шмычи, вот такую всякую штуку делает. Друзья, у нас небольшая пауза, минут 15-20, которую заполнят своей музыкой и наш сегодняшний диджей, диджей Франц, диджей Соло, еще к нему присоединится. Всем хорошего настроения, мы продолжим буквально вот-вот-вот-вот-вот. Всем прекрасного настроения и времяпрепровождения, друзья. С наступившим Новым годом вас еще раз. Главный шеф сегодня здесь. Спасибо. Итак, друзья. Мы продолжаем наше путешествие музыкальное. Я бы хотел увидеть Сергея Конькова где-нибудь в районе гитары для начала. И начнем мы сразу же с вокальных различных произведений, друзья. Первое произведение, которое сейчас прозвучит, исполнит для вас Ирина Решетникова. Сегодня у нас здесь в гостях. Давайте ее поприветствуем. Последняя проверка. Раз, два, три. Я себя слышу. Ребята, вы меня слышите? У нас просто ощущение, что что-то сломалось, но если вы меня слышите, все окей. Раз, два, три. Вы меня точно слышите? Наверное, вы меня слышите в мониторы, ну ладно. Если что, я возьму этот микрофон. Короче, сделайте вот так, когда меня не будет, ладно? Есть, есть порталы, да? А еще у нас что-то тут по низу немножко ведется, раз уж минутка технического у нас ситуации. Ренер, дай, пожалуйста, бочку. Все, вроде нам. Итак, Ирина Решетникова, главный джем, друзья, поехали. I don't know.
story, it's a love song, huh? Yeah. Вот так, без утех, день сменяет тень, и заметно запуская в города тень. Знакомых тень, блин, и старых тем, блин. Машет, как крин, осенний лин, я снова лин, как бин. И уловим, будто не мгновение твоей любви. На нем мой лучший грим, и боли спим, и вы. Теперь не найти, прости, и не позволили остыть. Потому что вновь летит по миру, где разведцы страшно бьют. Я бы хотел пригласить на сцену Михаила Кистанова и Анастасию Сафонову. Я вас прошу. И композиция, которую ребята сейчас исполнят, называется «I'd rather your lies». В общем, это Джеймс, как говорят они. Сейчас посмотрим. Thank you.
Прекрасно, друзья, чудесно. Итак, спасибо еще раз Анастасии Сафоновой. Давайте аплодисментами немножко поподнимем артистов.
Спасибо огромное Анастасии Сафонову. И Михаил Кистанов сегодня у нас здесь, в гостях. Сыграл на гитаре прекрасным образом. Итак, друзья, следующая композиция будет называться What's on your mind? Джордж Бенсон. Кто не знает такого гитариста, вокалиста, певца? Кто знает, поднимите руки Джордж Бенсона. Нас немного, но мы молодцы все равно. Сейчас, значит, друзья, узнаете. Джордж Бенсон — прекрасный, известнейший на весь мир гитарист, он же вокалист. Вот, сегодня не смог до нас доехать, но Анжелика Фролова до нас сегодня доехала. И я хочу ее пригласить на сцену. Анжелика, пойдем к нам. Давайте поприветствуем артиста. Это очень приятно, вы знаете. Я надеюсь, он не только нам, но и вам тоже. Мы же тут, собственно, собрались специально поменяться, как бы, эмоциями, знаете, вот все, вот эта энергетика, вот эти все дела. Итак, композиция What's on your mind, Анжелика Фролова у нас сегодня здесь, и мы почти уже готовы, чтобы ее начать. А вот этот восьмой, я думаю, подойдет. Добрый вечер, дамы и господа. Не знаю, помучаем, может быть, даже. Как у вас настроение? Надеюсь, будет еще лучше. Thank you.
большой, талантливый. Спасибо. Вы градусы. Спасибо огромное. Спасибо. Анжелика Фролова сегодня здесь на главном зиме. Валерий Степанов нам присоединялся на клавишах. Реньер. Реньер на барабанах сегодня у нас здесь в гостях. Итак, следующая композиция, которая у нас прозвучит, она будет называться очень интересным английским словом под названием kiss, друзья. То бишь поцелуй, что значит у нас в простонародье. Итак, и хочу я пригласить на сцену Дмитрия Капустина. Дмитрий Капустин споет «Не отпустит», скажем так. Споет, что «Не отпустит». Итак, Дмитрий Капустин у нас сегодня здесь в гостях. Друзья, как настроение? Все, надеюсь, у вас хорошо, гости мои дорогие, прекрасно. Все классненько? Классненько, отлично. Надеюсь, у всех выходные праздники прошли хорошо, все удачно встретили Новый год. Да, друзья? Нет, никто не встречал, все на работе были или что? Ну, надеюсь, все у всех хорошо, все получили море подарков, удовольствия, радости, счастья и так далее. Итак, композиция «Kiss», Дмитрий Капустин, «Лавмон Жо». Поехали! Reach out down, baby, from dance.
Воу-воу-воу! Спасибо огромное! Дмитрий Капустин попоет и отпустит. Итак, Венер Сеснерос Родригес сегодня здесь на барабанах, друзья. Давайте ему отдельное мерси за это прекрасное открытое соло на барабанах, батарея. Здравствуйте, сеньор. У него было, кстати говоря, вчера день рождения. Вчера день рождения. С прошедшим, давайте поздравим. Всем рождения человеком с прошедшим. Ура! Спасибо, Ренер. Спасибо. Нормально. Итак, друзья, у нас сейчас произойдет еще один небольшой, прекрасный, красивый эксперимент. Я хотел пригласить на сцену Веронику Шрамко, она уже здесь. Здравствуйте, вот Вероника Шрамко здесь сегодня у нас, пожалуйста, и пока она объясняет, что нужно играть, да, правильно, Веронику? А, сами ребята решают, что играть. Ну, в общем, пока ребята решают, что играть. Хотя, Ренир. Окей. В общем, пока происходят различные перемещения людей на площадке, переключения и так далее. Друзья, скажите, пожалуйста, а кто здесь сегодня в первый раз у вас? Поднимите, пожалуйста, руку. Ой, как вас много, как приятно, здорово, друзья. В общем, ну, как вы уже поняли, каждую пятницу мы здесь собираемся, веселимся, играем различную музыку, общаемся, выпиваем, закусываем, празднуем праздники различные, прошедшие, будущие, всякие, в общем, настоящие. Итак, приходите к нам каждую пятницу. Мы вас всегда очень будем рады видеть. Так что с удовольствием всегда, друзья. Приводите друзей, нам это тоже будет очень приятно. Итак, Вероника Шрамкова пока объясняет еще всем аккорды. И пока у нас что, гитаризм готов, Сергей? Нет, я понял. Готовы? Итак. Скажите, пожалуйста, такой вот вопросик. Хороший, да? Вопросик. Ладно. Это когда, знаете, вот ведущим нужно потянуть время, называется. Вот эта вот ситуация сейчас, которая происходит. Хочется вам сказать, что если вы пользуетесь Инстаграмом, допустим, приложением Инстаграм, то вы можете найти там аккаунт, он называется достаточно просто, называется он Love Mosger, друзья. Также есть группа ВКонтакте. Там выкладываются фотографии вот нашего замечательного фотографа Валентина Монастырский, наш постоянный фотограф, друзья. Вот, там можете найти свои фотографии. Вот, если вы в дубках не находитесь, то вы все вопросы к Вале. Вот, скажите, почему же меня нет и так далее. Ну, в общем, всегда есть ссылка на все фотографии у нас в группе ВКонтакте. Вот. Ну, и пока у нас придумывается очередная мелодия, вот это сейчас вот то, что называется джем, да, вот это вот? Да, вот сейчас. Вот когда не знает никто, что играть, вот это называется джем. Сейчас вы как раз это все сами и увидите прямо здесь, друзья. На ваших глазах будет рождаться так называемая музыка и так называемый джем. Вот. И готовы ли мы? Готовы? Класс. Ура! Вероника Шрамко сегодня здесь на главном джеме. И, друзья, супер-мега-новая рэп-группа у нас. Я что-то такое подозреваю. Поехали. Back on you.
Город снова не спит, падает отбит, падает весь. Пара людей, все на этом смесь. Мне хочется, чтобы все тонкие стены расставили миг. Раз, два или три. Сиротил квартиру, новый мир вновь будет таять туман и вместе со всеми нами миг. Будто мы часами, днями, годами, веками, пока мы хлопаем веками за толстыми стенами стены. Сами. Won't you give me some love and some summer shining? Разбив печати, печали на причале. Счастье, счастье, день и чай, чай. Я вижу, как люди теряют без людей своих судьбы. Пеняй на то, что трудно, меня урваны пули. Вряд ли тигры прятки уберут коробку в дальних красных сроках. Начальные эпохи, многие. Прикол в том, что их первых накроют в анатомном стол. В начале последнего тура я сегодня. Я смог вылечить всех больных на земле и расстать всем голодным и бедным теплым лей. Помочь стать тем, кто счастлив и без сил лежит на пень. И сберечь все сердца от черной копоти. Thank you.
такой сегодня здесь для вас на главмаджеме с этой композиции. Давайте ее поблагодарим. Санжар играл на клавишах у нас даже своим образом. Вот, еще молодые люди, простите, я вас не знаю, как зовут, как это зовут. Артем играл на гитаре, допустим. И наш сегодняшний чудо-барабанщик. Итак, друзья, пока наш чудо-барабанщик обнимается с нашим чудо-бас-гитаристом, я бы хотел пригласить на сцену человека, который сегодня уже выходил этот раз. Зовут его Валера Степанов. Валера Степанов, пожалуйста. Сейчас у нас будет красивая песня в формате просто дуэта, без лишнего нажимания. Поэтому, дорогие мои господа музыканты, покиньте сцену, кто не нужен нам сейчас. Итак, композиция, которая сейчас прозвучит, называется «Song for you». Да, и сыграет ее сейчас для вас Валерий Степанов на рояле, и Дали Сатаров у нас ее сейчас споет. Вот микрофон, и сейчас я Валерий отправлю. Ни много, ни мало. Целую цифровку. Валера. Должна быть. Итак, скажите, пожалуйста, а мужчины есть в зале у нас? Мужчины. Мужчины есть в зале? Мужчины. Мужчины, где вы? Мужчины, я вас не слышу. Есть мужчины. Супер. Итак, а девушки есть в зале у нас? Девушки есть в зале? Супер, отлично. Итак, мужчины, знаете ли вы, что делать, когда звучит красивая мелодия, не быстрая? Мужчины, знаете, что делать нужно? Мужчины, знаете ли, что делать нужно? Фотографировать, да, нужно, правильно, фотографировать, да, и в сторис в Инстаграм выкладывать. Нет, неправильный ответ. Нужно приглашать девушек на медленный и красивый танец. Господа, получится у нас такое сделать? Скажите ко мне, мужчины, есть в зале мужчины? Все, вот вижу несколько мужчин. Мужчины, вы пригласите дам на танец, я надеюсь. Дамы, вы, я думаю, не против, да, такого мероприятия. Ну, нужно как-то нам настроение сейчас освежить здесь, в здании, такой немножко романтики подпять. Да? Мужчина, йоу. Вы готовы пригласить девушку на танец? Супер. Ну, тогда Дали Сатаров сегодня здесь, композиция «Song for you». Валерий Степанов на рояле, друзья, и мы начнем. Yeah.
your friend of mine. Now I'm alive, I'm alive, I'm alive. We are alone now, and I'm singing a song for следующая композиция, нет, еще потом, все. Следующая композиция, которая сейчас прозвучит, называется You're My Everything, друзья. И я бы хотел пригласить на сцену Лизу Полубинскую. Прекрасным образом мы сейчас изобразим эту композицию, ну и, собственно, всю нашу остальную братью тоже приглашаю на сцену. Александр Абрамов, спасибо вам огромное, до новых увлекательных встреч. Спасибо, спасибо. Александр Абрамов играл на саксофоне сегодня, друзья. Давайте его проводим наибурными аплодисментами. Спасибо, Саша, мы тебя всегда рады. Итак, Лиза здесь у нас, и композиция, которая сейчас звучит, называется You're My Everything, друзья. Готовы еще музыку-то послушать немножечко, дорогие наши товарищи, гости? Готовы? Готовы или что? Как? Я тебе покажу, что как, да. Что и как. Thank you.
Огромное спасибо. Спасибо, Лиза. Прекрасная композиция. Замечательно, Валерий Степанов отличился на барабанной установке. Сегодня еще. Молодец. Итак, друзья, сейчас произойдет вот то самое интересное, да, что называется джем, опять-таки. В который раз уже, да? Итак, я хочу пригласить на сцену Алексея Козловского на барабаны для начала. Вот, и, собственно говоря, друзья, у нас есть в гостях девушка, зовут ее Анна Е. Вот, и она сейчас... Что? Нет, ты заказывал это мероприятие, это шоу, поэтому ты будешь его делать спокойнейшим образом. Давай, пойдем.
Итак, Анея сегодня здесь, давайте ее поддержим. Анея хочет нам раскрыть горизонты не раскрывшегося и как бы погрузиться в не погрузившегося. Итак, композиция, которая сейчас начнется. Зачем? Нет! Джем, ты же хотел джем, сейчас тебе будет джем, поехали. Итак, будет веселая композиция, я буду играть на клавишах, а ты будешь петь. Меня набирает пианист на паузе. Ну начинается. Сейчас это никакой песни не будет. Какой строгий, но справедливый, да? Как в том анекдоте, товарищ Сталин, строг, но справедлив. Стойка есть такая, да. Вот она, смотри. Вот тебе стойка. Ты будешь петь и играть на пианино, да? В общем, пока я не настраиваю конструкцию... Подожди, нужно как-то... Давай, что? Ситуация, да. В общем, друзья. Итак, в общем, еще раз хочу вам напомнить, что мы здесь собираемся каждую пятницу, вот, поэтому заходите, всегда очень вам рады, друзья. Вот. Выкладывайте публикации с хэштегом BlahBossJam, это очень нас всех порадует, как и вас, соответственно, тоже. Ну и что, готовы ли мы? Почти, да, уже готовы? Наверное, нужно будет открыть этот микрофон немножко. Что, песня? Сейчас прозвучит очень бодрящая композиция для всех для нас, да. Да, да, конечно. Прямо вот. Прямо здесь сейчас, да? Скажите бодрящую композицию, да? Вам хочется всем услышать? Конечно. Поддержите девушку. Смотрите, она какая молодец, какая у нее шапочка веселая, бодрящая. Такая же, как и композиция сейчас, которая прозвучит. Красная шапочка. Допустим. Так. Это кто сейчас прибежал? Кошечка прибежала или кто? Зайчик, наверное, да, пропрыгал? Сейчас даже подумать, что сочинять. Ну, це, допустим. До мажор, ребята. Не факт. Не факт, ну, допустим. Вау. Короче, до мажора с сибемоль мажор, поехали, давайте, вот такая скорость, 120 танцевальные ритмы, Алексей, заводим, да, как-то, знаете, как определить темп 120 танцевальный, знаете, нет, ребята, быстро открою дай, нужно спеть про себя прощание славянки, па-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 па, тогда будет темп 120, самый танцевальный, потому что сердцебиение приближается к этому темпу. Thank you.
Спасибо, Анастасия. Спасибо, ура! Ура! Спасибо, ура! Спасибо. Друзья, спасибо всем вам огромное за внимание. У нас вот такой получился этот эксперимент. Спасибо Аннея. Аннея, спасибо. И Артур Адамович вас забивал здесь сегодня сейчас. Друзья, на этой замечательной, красивой мелодии мы закончим сегодняшнее наше музыкальное погружение. Спасибо вам всем огромное, дорогие гости, что вы были сегодня с нами. Мы вас ждем каждую пятницу здесь, в клубе Алексея Козлова, сбору гостей в 00:00. Друзья, еще раз всех с наступившим уже Новым годом, с приближающимся Рождеством Христовым. Кто православный крестоносец, всех поздравляю с этим событием, потому что это важно. Итак, спасибо огромное всем музыкантам, давайте им поаплодируем за их сегодняшнее участие. Вот, допустим, Алексей Орлов играл сегодня у нас на электровиолончели. Паата играл сегодня на басу, человека зовут Паата, друзья, такое прекрасное имя. Итак, Алексей Козловский играл у нас сегодня на барабанах. Диджей Франц сегодня у нас диджей, друзья, он еще для вас сейчас поиграет, поэтому быстро не расходитесь, бар еще и кухня будет работать какое-то время, если что, информация. Вот, спасибо всем музыкантам, в общем, кто сегодня был. Валерий Степанов играл на клавишах сегодня у нас очень отличным образом. Артем Гров играл сегодня на саксофоне, прекрасно. И там еще есть у нас куча-куча друзей, они делают переверки. Всем спасибо огромное.